Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Перед нами находится устройство Honor 90 Lite. Сейчас я покажу вам, как продлить жизнь батареи на данном устройстве. Итак, первое, что вы можете сделать, это заряжать устройство заводской зарядкой и заряжать его в диапазоне от 20 до 80%. Далее. Мы можем подключать все ненужные функции. Вот здесь, например, Bluetooth, если мы им не пользуемся в данный момент времени, передачу данных, личную точку доступа, ну и так далее. Вот, приложения, которые тратят энергию и которыми мы не пользуемся сейчас. Далее мы можем перейти в приложение «Настройки» и выбрать раздел «Батарея». И здесь мы можем посмотреть сведения энергопотребления, то есть какие приложения больше всего используют заряд батареи. Далее мы можем перейти в другие настройки батареи, и здесь мы можем включить умную зарядку. То есть таким образом наше устройство анализирует, когда мы используем, как вообще мы используем наш телефон и как мы его заряжаем, и будет приостанавливать процесс зарядки по достижении 80%, а потом восстанавливать этот заряд. Ну, это ночью обычно происходит. Далее. Умная емкость батареи. Также, если мы включаем данную функцию, то здесь батарея перестает заряжаться, не достигнув максимальной емкости немножко. И это также продлевает жизненный цикл батареи. Теперь. Мы можем перейти в запуск приложений. И здесь у нас стоит везде автоматическое управление запуском приложений. Вот, это помогает предотвратить работу ненужных приложений и так далее. Но также, если мы видим, что какое-то приложение тратит очень много энергии, там очень много работает в фоновом режиме, а мы не хотим, чтобы так было, мы убираем галочку с этого приложения и убираем работу в фоновом режиме. И таким образом мы тоже продлеваем немножечко жизнь нашему аккумулятору, вернее, так не будет тратиться энергия очень сильно. И также мы можем включить режим энергосбережения. Вот это также поможет нам немножко дольше продержать наш телефон заряженным. Вот. И, в принципе, на этом все. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал.